Канаше местная жительница признана виновной в убийстве своего новорожденного ребенка. 22 апреля прошлого года местные жители нашли тело в ручье. В ходе расследования проверили 100 женщин. Виновную определили по ДНК. Свою вину она признала. 4 января 2017 года она у себя дома родила девочку, после чего положил ее в таз с водой, в результате чего новорожденная захлебнулась и скончалась. После этого женщина положила тело новорожденной в пакет, отнесла ее в безлюдное место на территории градостроительного кооператива, где сокрыла в ручье, при этом продолбила прорубь при помощи отвертки, после чего скрылась с места преступления. Ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.